На прошлой неделе по разным причинам горели разные объекты. Так, например, фермер из Соликамского района уехал в город 10 октября, а вернувшись утром, обнаружил, что от одной из построек остался лишь кирпичный фундамент. Объектом пожара явилось одноэтажное бревенчатое строение с мансардой 2012 года постройки. В результате пожара дом фермера выгорел полностью, другие постройки не пострадали, данный пожар не тушился, пожарную охрану к месту не вызывали. Полностью выгорел гараж 14 октября в Боровске на улице Володарского возле дома 27. А уже в начале этой недели наши пожарные тушили огонь на Клистовке. В жилом доме на проспекте Ленина 28 горело нежилое помещение, где предприниматель хранил оборудование для кабельного телевидения. Как нам стало известно из наших источников, мужчине перед случившимся поступали угрозы. По всем последним возгораниям ведутся проверки. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.